тусклый свет лампы и дым сигарет, черные стены и мыслей секрет, голое сердце, душа как окно. Есть одно средство, известно оно. Полет над миром, полет над землею, полет звездным домам, полет рядом с тобою, взлететь небо стрелой, расправить гордые крылья и быть свободной такой с тобой. Дай мне надежду на радость и свет, дай мне на сотни вопросов ответ. В дальние страны открой мне пути, мир чувств и красок меня позови. Полет к новым мирам, полет над землею, полет звездным домам. Печаль, сдавлю кричащее горло и сброшу мысли в вуаль и вдаль. Анита, а ты в себе нисколько не сомневаешься? Тебе, например, никогда не казалось, что ты недостаточно красива, а может быть, безголоса для сцены? Ты не думала, что можешь быть просто кому-то неинтересна? Ты уверена, что у тебя все в порядке? Кстати, есть люди более красивые, более талантливые и более совершенны, чем ты. Ну что? Тебя не гнетет собственное несовершенство? А? Нет? Или все-таки да? Иногда мне действительно кажется, что у меня не все в порядке. Что я не такая, как нужно. Или не такая, как хотелось бы. Иногда кажется, да что я просто урод. У всех женщин есть свои комплексы. А иногда наоборот. Бесконечный маятник.
На. Всем свойственно сомневаться. Мои сомнения. Что это? Что это такое? Сомнения. Комплексы. Комплексы, наверное. А может и хорошо, что у нас есть эти комплексы. По крайней мере, есть с чем бороться. Ой-ой-ой. Конечно. По крайней мере, есть что преодолевать. Преодолевать. Бороться. Комплекс. Далеко же меня занесло. А может быть, не начинается ли все настоящее именно с преодоления? Ох, не знаю, что такое комплексы, просто не знаю. Комплексы – это рабство. Это человек в чистом виде. Ну, как бы я человек не с комплексами, вот этим я себя винить не смогу. Меня все время смущали мои ноги кривые. Творчество все вырастает из комплексов. Да. Это преодоление комплексов. Мне хотелось быть лучше, чем я есть на самом деле, поэтому я подкрашивал губки, глазки. Там, где комплекс преодолевается, заканчивается творчество. В творчестве не может быть комплексов, могут быть ошибки, неудачи, но это не комплекс. Можно это, так сказать, по Фрейду пройтись, по всему. Творчество – это очень сложное состояние, и отчасти это преодоление комплексов. Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя мириться с тем, что ты чего-то не достигнешь, что ты чего-то не сможешь. Если есть такая убежденность, то непременно достигнешь всего.